Добрый день, уважаемые друзья. Ялта, 24 мая, 24 год. В школах прошел последний звонок. Но не это я сегодня хочу вам показать. Сегодня штормовое предупреждение. Ветер, порывы серьезные, метров до 20. Подходить близко плохо. Может облить. Но же ветер сильный. Эх, обливает. Ветер-то с моря. А? Все такие убегают. Хочу поснимать вот тех пацанов. Ну а шо, у них радость, у них школа закончилась. Последний звонок сегодня прошел. Ну-ка давай. Успеют убежать, не успеют? Не, если вы думаете, что эти пацаны безумные, они взяли с собой сменку, переоделись, и все нормально, никто не заболеет. Вот так надо фотографироваться. Детвора сегодня прям пищит, у них же сегодня, я говорю, праздник. Все сюда поприходили, счастливые. О! Очищают пандус для входа в море. Вот тут поснимаем шторм. Тут прям пляж отъедает. Только отсыпали, только вот недавно закончили работы по отсыпке пляжа. И море опять забирает его. Вот так сбоку понятно, какие волны. Ну правда, что не каждый день. Похоже на зимний шторм. Не каждый день такое происходит. Поэтому поснимаем побольше. И прямо сегодня вечером опубликуем. А что тянуть резину? Завтра такого уже не будет, судя по прогнозу. Волны выше человеческого роста, это точно. Ой. Вот так вот видно, да? Вон человек стоит. Вот так вот на фоне человека. Ну да. Сегодня купаться нет дурных. Это понятное дело. И тут прямо... Начинаем считать 40-ю волну. Она самая мощная. О, смотри-ка. Ёлки-палки! Близко не подойдешь. Если не накроет, то забрызгает.
Попозируй нам, попозируй. Но повернись к нам лицом. Или клювом. Ну вот, убежал. Счастье там смоет. Помните фильм «12 стульев», когда этот Пуговкин рубал эти стулья на фоне моря, такое море было страшное, шторм, он рубает эти стулья в поисках сокровищ в этих стульях, помните? Вот примерно такой же шторм. И я читал, что именно вот, чтоб сильный шторм был, его реально долго ждали, именно для этой сцены. И Пуговкин там махал топором аж 6 часов, было много дублей. И вот целый день снимали вот этот момент. Он потом сильно заболел, он простыл. Потому что снимали то ли в октябре, то ли в начале ноября. Уже море было холодное, погода была холодная. В общем, простыл бедолага. Черт. Никто купаться не идет, правильно. Такой шторм, лучше поберечься. Не надо лишний раз рисковать. Ну-ка, кто знатоки? Сколько это баллов? Ну, волнение моря, сколько баллов, как вы думаете?
волны явно выше человеческого роста, метра два и то и выше. А сверху не так интересно. Некрасиво. Вблизи лучше, правда? Давайте опять пойдем до галеры. Вы только полюбуйтесь на эти волны. Ох ты! Ветер! Опять попало маленько. Вау! Ё-моё!